Кто такой вообще? Я человек. По жизни человек. Не, зачем оскорбляешь, дяденька? А? Я сейчас, блядь, выверну его. Да давай выверни. Давай. Тебя поставить, урод. ДТП произошло при въезде на парковку. Прекрасно понимая, чем в его состоянии может грозить даже такое небольшое с виду столкновение, водитель Toyota предложил второму участнику аварии деньги в сумме 30 тысяч рублей. Однако после появления полицейских внезапно заявил, что эти деньги с него якобы вымогали, а за рулем он и вовсе не сидел. Кто был за рулем? Вы видели? Молодой? За рулем был, да, мужчина. Вот который сейчас на заднем сиденье сидит? Да. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. После появления супруги водителя Toyota ситуация еще больше накалилась. В ходе перепалки вину за ДТП они пытались возложить на второго участника аварии. Однако инспекторы ГАИ привыкли слышать еще и не такое. Дальнейшее общение с виновником ДТП происходило уже при понятых. Я задаю вам вопрос. Вы согласны пройти медицинское освидетельство медучреждений и на алко... или на алкотек? Согласны в качестве водителя вот этой Toyota? Вы управляли эту машину? Жена управляла. Ваша жена говорит, что вы управляли. Несмотря на все уговоры и оправдания, Toyota все-таки отправили на штрафстоянку. Теперь виновник аварии сможет заплатить обещанные им деньги, но уже в качестве штрафа за вождение в нетрезвом виде. Искандер Тулбаев, Сергей Ткаленко, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».